Всех приветствую! В эфире Телегид, и я его ведущая Анна Троян. Друзья, Новый год спешит, и волшебство точно почувствуют зрители нашего телеканала. Лично у меня это любимое время, поэтому смотрим мой короткий обзор на предпраздничную неделю. Мэри Поппинс пожалует в начале недели в наши дома. Мои друзья, по-моему, это отличный повод провести вечер дома в кругу семьи. Семейство Бэнкс озабочено поисками няни для своих детей. И как бывает только в сказке, она появилась прямо из воздуха, прямо с неба. Прекрасная, ни на кого не похожая. Как раз такая, какую мечтали бы иметь в своем доме всякие любящие родители. Мэри Поппинс погостит и у нас. Готовьте чай и сладости в понедельник и вторник в 10 вечера. Мы вам подходим. Майкл, веди себя прилично. Я принимаю ваше предложение, миссис Бэнкс. Ой, как же мы любим паранормальные способности и истории о людях со сверхсилами. Во вторник нас ждет премьера сериала как раз об этом. У Леси есть дар. Она умеет исцелять даже редкие болезни. В деревню приезжает отчаявшийся вылечиться Аркадий, и между ними рождается светлое чувство. Казалось бы, судьба знахарки решена. Жизнь в городе, в роскоши, с любящим мужем. Однако Лесина бабушка в отчаянии. Она единственная, кто знает, дар Леси в каменных джунглях пропадет. И как теперь быть? Смотрим по будням, начиная со вторника. А кто такая Леся? Понятия не имею. Обыкновенное чудо нас ждет, мои волшебные. Я же говорила, что на ЛРТ начнутся чудеса. Для тех, кто подзабыл, о чем эта легендарная картина с невероятными артистами, напомню. Пришло время, волшебник женился, остепенился, занялся хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, все-таки не вытерпел, взял и превратил его в прекрасного юношу, поставив условие, что тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса. Вспомнили, как закрутится эта история? Молодцы! Смотрим ее в среду и четверг в 22:00. Прадеды, прабабки, внучатые, дяди, тети разные, праотцы и праматери в жизни вели себя как свиньи последние. А сейчас я расхлебываю их прошлое. Последнюю пятницу 2019-го вы точно будете заняты приготовлениями к Новому году. А ЛРТ с удовольствием поднимет вам настроение. Рождественская комедия «Любите Куперов» знакомит нас с большой американской семьей, которая весь год живет порознь, но единственный вечер в году проводит вместе. Все ждут от праздника положительных эмоций, даже не подозревая, что этот день изменит их жизнь. Как пройдет Рождество у Куперов, увидим 27 декабря в 22:00. Мам, умоляю, не делай это свое лицо. Я клянусь, что если сейчас подниму глаза и увижу твое лицо, я свихнусь. Но я какое не такое лицо? То самое лицо, Шарлотт. Сэм, это мое обычное лицо. Нет, ты так сделала. Нет, я так не делала. Ладно, у меня лицо как у сфинкса. Все. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 828 Кодекса административных правонарушений. Я одну только хотел. Будем оформлять. В
преддверии Нового года так и хочется добра, чтобы все проблемы закончились и взяло свое начало что-то доброе. Картина все только начинается, хоть и не обнадежит нас, но точно раззадорит. Некогда блистательный адвокат преступных группировок зажигает на роскошной вилле, устраивает безбашенные праздники и превращает будни в яркий джаз. Однажды, под Рождество, на виллу приезжает экс-агент ФБР и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается. Вслед за агентом на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на наших героев. Да, вечеринка точно будет жаркой. Смотрим ее в воскресенье. Я тоже должен кое в чем признаться. Мой дорогой, ради всего святого. Выкладывай. Я приехал сюда купить виллу Капри. Я думал, ты работаешь по-крупному. Цена виллы 50 миллионов баксов. 50? А Сьюзи переживала из-за мелкого налика? Она просто делает свою работу. Держись! Ой-ой-ой! А вы уже придумали, что загадаете в новогоднюю ночь? К счастью, еще есть время. Вы же знаете, главное верить, что оно исполнится. На этом все. Подписывайтесь на ЛРТ в соцсетях и заходите на наш официальный сайт www.lrt.tv. Ну а я, Анна Троян, желаю вам блестящего настроения. Пока-пока.